Тюменские школы сегодня перешли на дистанционное обучение. С помощью различных образовательных площадок педагоги формируют задания. Система удобна тем, что включает в себя теоретический курс, тесты и контрольные задания. Учитель видит не только ошибки, но и сколько времени ученик потратил, изучая тему. В данном случае это просто прекрасный выход и для родителей, которые заняты и не могут сесть рядом с ребенком и объяснять ему по учебнику, а у кого-то и времени нет, у кого-то терпения не хватает. А тут ребенок может где-то поработать с родителями и с учебником, а где-то перейти к программе, с ней поработать. У школьников также есть возможность подтянуть успеваемость в конце четверти или получить индивидуальные консультации. Их невозможно задать в условиях электронной школы, потому что электронный дневник нам позволяет формулировать лишь общие задания по предмету. Но и поэтому, не исключая там отдельных мессенджеров, либо сети во ВКонтакте, часть ребят будет продолжать получать задания индивидуально от педагогов уже вот по тому предмету, который бы хотелось подтянуть.